вас до поезда. Благодарим за внимание. Внимание пассажира, садившись в сумку. Санитарные сумки на первом этаже вокзала, пройдите к своим вещам. Ростов. Ростов. Донецк, Луганск. Стишалма. Я доехал на такая футболка. Донецк, Луганск. Оплатить проезд по платежным картам и получить билет на бланке с рубежом. Нет, я просто лично лицо. А, вы просто да. Сами по себе. Ну, что вы сказали? Ну, а что ты скажешь? Просто что ты скажешь? Хорошего ничего. Я говорю, вот мы приехали оттуда. А вы приехали из Украины? Да, мы приехали да? оттуда, из Донецка. А с Донецка? Да. Сегодня? Не сегодня, месяц назад. Месяц назад, да? Мы приехали в лагерь для беженцев по Ливой. Там, в Матвеевку-Гань. Потом нас отправили по Коди в Тверь. Из Твери нас, короче, за месяц, за август мы побывали в школе-интернате для детей, в доме для престарелых, в женском монастыре, в гарнизоне, где мы только не были. Да, везде вы были. Вот мы побегали везде, решили, что лучше уже домой возвращаться, найти свое жилье. А значит, сегодня домой, в Донецк? Да, мы сейчас тут нас должны приехать забрать, и мы едем домой. Да? В Донецк, да? Ну, у нас не совсем в Донецке, мы в пригороде. Область, да, пригород. Вы можете сказать, какой пригород? Харциск, город Харциск. Я об этом не слышал. Возле Макеевки. Макеевки, да, слышал. Вот идет Донецк, Макеевка, следующий Харциск. Да. Ну, как раз между Енакиево, Шахтерском, Торезом, вот как-то мы тут, вот в этой области. Да. Ну скажите, месяц назад вы приехали сюда, да? И что вы остались там? В каких обстоятельствах вы выбежали? Ну у нас как? У нас там осталось все, жилье у нас целое осталось. А уехать нам заставили просто обстрелы. Артобстрелы, у нас грады стояли. Уже начинались у нас бомбежка, у нас в пригороде вот самолет упустил снаряд, лагерь у нас бомбили, детские бомбили. Как было страшно. И кто бомбил? Украинская армия, кто еще бомбил? У ополченцев самолетов нет. А потом грады, когда поставили, там же видно, что украинская армия. Но уже знаешь, где кто стоит, и уже откуда что летит. Да. Когда ополченцы стреляют, или когда стреляют украинцы, знаешь, если Ждановки летит, ну, сейчас у нас там вот, в Дебальцеве стоит украинская армия. Внимание! По второму пути проследуют грузовой поезд. Будьте внимательны. Ополченцы, конечно, отвечают. Очень много добровольцев с России пошли, потому что люди просто не могут быть безразличны, равнодушны после этих событий 2 мая в Одессе. У нас в Голландии на СМИ есть один человек, он живет в Голландии, но он из Донбасса, Левченко. Он говорит, что люди в Донбассе, я просто повторяю свои слова, они не мои слова, что люди страдают от ополченцев, потому что ополченцы... Нет, я просто скажу, потому что ополченцы делают рекетинг, чтобы над среднего класса Донбасса. Как вы отвечаете на эти слова? Я не знаю, насчет ополченцев, вы знаете, во-первых, как сказать, русская пословица такая, семье не без урода. Да, понятно. Поэтому и в ополчении бывают такие люди, которые под общий шум могут сделать какое-то. Это просто пресекается все. Если оно выявится, это сразу пресекается. Уважаемые
Пристекается, значит, наказ. Сразу их ответственность они несут за их. Да. Если они решили там подобный шмок, там что-то ограбить, например, да? Если об этом кто-то узнает или расскажет, то просто могут расстрелять. Да. Поэтому, ну знаете, как за каждого же не будешь отвечать. Вот Путин, он может отвечать за каждого главу власти? Да. Понимаете, он отвечает, он может делать... Поэтому невозможно все Короче говоря, как вы относитесь с Порошенко? Как Порошенко? Нет, понятно. Мы за референдум были всегда, мы проводили референдум. Да. Действительно, явка была очень высокая. Я сама была, как бы, там уже принимала участие. И мы знаем, как это все было. Мы там начинали говорить, что какие-то подводы, что там не было. Люди очень шли с... до того, даже пугали людей, запугивали, что могут расстрелять, их ничего не ходили на этот референдум. То есть очень пугали людей, тем не менее люди шли. А почему шли? Потому что они выразили свои несогласия с тем, что в Киеве происходило. Понятно. Люди были, во-первых, когда я сама удивлялась, почему, когда явно видно на Майдане фашизм, почему Запад молчит? Все же прошли через фашизм. Италия пострадала, Франция пострадала. Да. Все же от фашизма пострадали. Тем не менее, вот свастики везде, разрисованы стены в свастиках, и все молчат. Да. Запад молчит. Но когда Россия начала туда вступаться, она получила осуждение почему-то. Россия у нас оккупант. Как, каким образом Россия оккупировала? Мы просто сами жили все это время, да, на Украине. Мы смотрели местное телевидение. Мы видели все вот эти события, как это все разворачивалось. Порошенко, это не Порошенко, это Дерневу, Синюк, Кличко. То они в Брюсселе едут совещаться, то из Брюсселя едут в Киев совещаться. Я ни разу не видела, что кто-то с Кремля приехал в Киев посовещаться. Тем не менее, Россия виновата. Они оккупировали, я вопрос задавала, как было сказать, вот, американский флаг на СБУ, тоже Россия принесла. Там есть уже американский флаг? Понятно. Ну, сейчас спасибо, что вы тратили пару слов для нас, для меня. Как вас зовут, ваше имя? Светлана, очень приятно, Светлана. И нам вот из-за всех этих событий, вот с детьми приходится, вот видите, маленьких двоих все, нас здесь еще убежали. Вот. Вот это я с детьми, вот это приходится с Китая. Для того, чтобы вот не были только, чтобы детей как-то уберечь от бомбежек. Что начал? Вот, чтобы детей уберечь от бомбежек, да. Пришлось уехать просто из дома. Конечно, да. Ну... Могу так делать вывод. Вы сделали выбор между двумя рисков остаться тут со своими проблемами или вернуться со своими рисками, да? Здесь очень много, действительно, правда. Нам сделали, нам оформили статус временного убежища, сделали. Да. Мы прошли все вот, как бы для того, чтобы могли здесь. Вот, мы можем, вот, по идее, находиться. У нас как бы 3 месяца скоро дается, потом автоматом продлевается до 180 дней. Да. То есть, ну, мы можем еще находиться на территории России, но где мы пришли? Вот мы были в Твери. Мы были в Твери. В Твери. Мы были в Твери. Значит, жилье, вот однокомнатная квартира, аренда, однокомнатная квартира от 10 до 15 тысяч стоит рублями. 15 тысяч? Да, 15 тысяч. Что, зарплата, еще недельно или... Зарплата тоже от 15 до 25. Работать по
только одна, вот я. Она не может, потому что у нее маленький ребенок. Да. И то есть все, что я буду зарабатывать, будет уходить на аренду жилья. А жить за что? Да. Это просто нереально. Да. Поэтому мы решили, очень изумительно. Да, вот. И какая связь между вами? Это моя дочь. Это ваша дочь? Это ваш внук? Внук, да? Да. Еще у меня дочь одна в Воронеж поехала с мужем старше. У меня их четверо детей. Вот сейчас вот эта дочь. Вот дочь там, где она уже делась, и сын. Это твой внук тогда? Это сын. А, это сын твой, это твой сын, младший сын тогда. Да, да, у меня их четверо. Сын, детей. Дочь и еще? И еще одна, вот она дочь еще. Дочь? И четвертая, это тоже дочь? А четвертая старшая, самая 23 года, и она в Воронеже сейчас тоже поехала с мужем, тоже выехали. Да. Поэтому вот так вот как-то. Вот. Что сделало наше украинское правительство. Приходится людям бегать вот так вот. С поддержкой нашего голландского правительства тоже. С поддержкой? Ну, политически, вы сам знаете. Вот, понимаете, нам помогает. Евросоюз санкционирует Россию и помогает Украине. Нам политику не понять, как бы мы сами не политики. Но то, что происходит, я считаю, что это очень неправильно. Когда погибают просто... Понимаете, когда армии воюют между собой, армия против армии, это еще пойму. Но когда гибнут обычные мирные жители, я вообще этого понять не могу. Когда вот люди сидят на лавочке, их разрывают снарядами, это вообще это ужасно просто. Это же страшно. Когда гибнут дети вот такие, это как вот можно? Это уже что-то за страна такая, где армия убивает свой народ. Да. Которая должна защищать. Понятно, без слов. И у вас в улице или в пригороде, где живете, есть случаи знакомые, которые потеряли? Да, да, у нас вот у Бажены, вот у дочери моей, девочка, одноклассница, с параллельного класса девочка погибла. Вот девочка 13 лет, мама и папа тоже погибли, осталась у них сестричка. Папа, мама и дочь погибли. От кого и от чего? От снарядов. Снарядов от украинской армии? Да, от украинской армии. В пригород, как называется? Франциске. Какое число было или менее? Ой, ну какое число я не могу сказать. Приблизительно. Августа? В августе. Середине, начало, конца? Это уже, мы сейчас в середине сентября. Где-то в середине, наверное, да, августа. И осталась сестричка, у них 4 годика, со сколочным ранением руки лежала в госпитале. Вот я не знаю теперь, какая судьба у этого ребенка. Вот 4 года остаться без мамы, без папы, без сестры. Это вообще страшно. Потом у нас погибла тоже вот девочка одна. Так она была вообще за единую Украину. Понимаете, а пуля ж она не разбирает. Снаряд прилетел, разорвал и все. Да, пуля не выбирает, да, между... Да. Она была за единую Украину. Но тоже погибла. Вот и все. Так что... Все это плохо, все это неправильно, все это надо прекращать. А как это все прекратить? Потому что люди хотят жить, люди хотят работать. У нас все было стабильно. И у вас, Светлана, есть работа в там? Сейчас уже нет работы. Вам удобно? Да и до этого чем вы занимались? До этого детей воспитывал. Да, понятно. У нас дело в том, что нам хватало и на жизнь, и чтобы за квартиру заплатить, и все у нас было. Да. Пенсионеры у нас ни в чем не нуждались тоже. Ага. Вот если в России пенсионерам надо, допустим, абонемент покупать, чтобы бесплатно ездить по городу, у нас и так пользовались пенсионеры. Бесплатным городским транспортом, электричками. Они бесплатно это все. Да. Все было нормально. Кому не хватало денег, они вот приезжали в Россию на заработки, привозили семьи. Хватало всем всего. Было жилье, и была работа у людей. Все было. В итоге теперь сидим, вот видите, значит, вот там. Как бомжи. Не, ну серьезно. А кто об этом могла думать 10 месяцев назад, да? Да. И вот, конечно, очень большое спасибо людям, вот обычным людям, да. Потому что я смеюсь, не потому что я смеюсь, просто
из-за того, что это такая ситуация, совсем, я представляю себе, может, я могла через 3 месяца быть беженцем тоже. Тут представьте, как это. Да. Это ж ужас. И вот нам просто обычные люди, вот, там местное население Твери, вот просто обычные люди, собрали деньги нам на билет, на поезд. А, да? Вот мы приехали сейчас поездом в Санкт-Петербург, в Сухуми ехали поезд. Подождите, вы приехали из Петербурга? Нет. Мы из Твери, но поезд проходящий, он ехал с этого, с Питера. Потому что Тверь – это север от… Тверь находится между Питером и Москвой. Да, да, да. Да. Вот. Мы ехали на этом сообщение поезда. Да, 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 да. Санкт-Петербург, Сухуми. Да. Желаем вам счастливого пути. И вам помогли люди? Вы... Да, люди помогали, обычные люди. Собрали деньги нам на билет, чтобы купить билеты, нам, чтобы мы поехали домой. Администрация только плечами пожимает, у нас средств нет. То, что рассказывается красиво, что там какие-то выделяются средства для беженцев. Я не знаю, куда никому выделяются. Ну, вот так вот, на вольных хлебах. Я говорю, мы были везде. Мы были в Твери, мы были в Осташкове, в женском монастыре. И в Осташкове, где это находится? Это на озере Селигер, озеро такое, Селигер. Где вы можете исток Волги, как раз Волга начала берет. Красивые места, конечно, живописные. Я уже все сказала. Я уже много. Ну, меня можно не остановить даже. Так что я все-таки надеюсь, что все будет хорошо. Там же ополченцы, так понимаю, нас ждут. Что хорошо? Извините. Все будет хорошо. А да, там, да, да. Ну, у нас там, да. Да. В Новороссии. Да, в Новороссии. Мы все-таки надеемся, что будет Новороссия, потому что. Да. Не знаю, уже невозможно примирить после всего, что произошло. Понятно. Я никогда не думала, что я буду так реагировать вообще на украинский гимн. На украинский? Да. А гимн? А, да, да. Я да. вообще на него уже реагирую, когда его слышу, у меня сразу такие всплывают в памяти события на Майдане, когда Бирку да. избивали и жгли. Я не без конца вот этот свой гимн, вот это вот орали там. Да. Я его просто не могу сейчас слушать. Хотя раньше мы спокойно относились ко всему, и гимну, и к флагу, и ко всему. На Западной Украине тоже живут нормальные люди. Тоже есть люди обычные, которые не хотят этой войны. Да. Это все политика. Понятно. Ну, Светлана, тогда спасибо еще раз. Да. И всего хорошего. Да. Делайте в Голландии свои выводы. Не допускайте у себя войны ни в коем случае. Потому что это очень плохо, это очень страшно, это очень... И что мы делим санкции против России? Что вы можете об этом сказать? А что вы делаете? Санкции против России. Вот это глупо. Россия замечательная страна, великая страна, она выживет и без всяких санкций. Я не знаю, они просто... А что в России, вот что не хватает? Ну пусть не будут везти там апельсины, которые... А то как? Ну в Грузии, в Армении, пожалуйста, тоже растут и мандарины, и апельсины. Не будут везти из Испании, будут здесь свое. Да ну, ерунда это все. Рыбы, а что рыбы? У нас нет морей здесь вот в России, что нет морей, океана, все есть. Они что не могут добывать свои, им надо обязательно там откуда-то рыбу завозить с Финляндии. Уважаемые пассажиры, при обнаружении самостоятельное обследование без применения технических и специальных средств. После аспектома, шпилахамеш. Уважаемые пассажиры, по бесплатному федеральному телефону. На Донецк. 8-800-510. Помощь! Дай мне, Светлана. Опорно-двигательного аппарата. Информации о салон давай. Салон. А также оформляются заявки на организацию бесплатного сопровождения на вокзале, в том числе на оказание помощи при посадке высадки. Внимание! Уважаемые пассажиры, на втором этаже вокзала действует православная часовня. Святителя Николая, покровителя Петербурга. Часовня открыта для вас до 20:00. По возможности. Там у нас, кстати, жалко.
Весточка тоже ломила. Теперь орёт. Готовые комары и мух. К вашим услугам предоставляют заказ. Все. Так, сколько вас человек? Также в комнатах предоставляют. Вы можете воспользоваться дополнительными услугами. Более подробную информацию вы можете получить у администратора. Вход со стороны привокзальной площади. Желаем вам приятного. Костя, можно пару слов о ситуации сейчас в Донбассе? Кошмар, короче, в этой Украине долбанной. Все, бомбят, нас разваливают, я не знаю, что делать. Да. Дети спят в подвалах. Вот сегодня ночью бомбили в Зуевке, он убегает сегодня народ. Полностью не знает, куда дети деваться. И сейчас здесь Россия не принимает, все, нам уже деваться некуда. Россия больше не принимает? Нет, в России уже закрыто, все точки закрыты, потому что холодно. Ага, ага. Сейчас люди не знают, куда деваться. И куда семья сейчас едет? Ну, это в Харциск, у нас, слава богу, стреляют, но снаряды, слава богу, не попадают. Но дома рушат. Иловайск разрушили полностью практически. Да. ЖД вокзал, нет, администрация, я там лично видел. Да. Моего друга, дом, шахтер. 30 лет в шахте отработал, все, сейчас ему жить негде. Да. Полностью вся семья осталась на улице. Дурацкий вопрос, может быть, но мне надо его сдавать. К Порошенко, как вы относитесь? Так кто такой Порошенко вообще? Кто такой Порошенко? Кто его избирал? Кто его знает вообще? Я его не знаю такого, короче. Да. Я такого не знаю. Вот скажи, где Кузьминский полигон? Я, братан, я сам с Донецка. Не знаю. Ну все. Костя, спасибо. И хорошего пути. Waarvan Kostja net zei, ja, aan de grens staan ze op het ook. Aan de ene kant in de 80 auto's, mensen die weer terug hebben. En mensen die toch vluchten voor het geweld naar Rusland. En of Svetlana daar gaat blijven, Donetsk is toch maar een vraag. Want zoals Kostja ook zegt, iedereen weet, niet iedereen die terug gaat, weet hoe slecht het erop is. Dit zijn echt reizen die, daar moet ik aan mee. Moeilijk. Rostov. Vrijdag, september 2014.